Привет всем и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас простой дизайн, который подойдет даже для новичков. Если вам интересно, пожалуйста, оставайтесь со мной и всем приятного просмотра. Покрываем ногти лаком и даем ему немного подсохнуть. Далее закрашиваем только половинку ногтя. Просушиваем лаком сушкой. Бэкграунд готов и можно переходить к дизайну. Для дизайна буду использовать трафареты. Клеим трафареты. Наносим лак. Не дожидаясь высыхания лака, снимаем трафареты. Если у вас нет трафаретов, тогда вы можете заказать их онлайн, либо можно воспользоваться обычным бумажным скотчем и вот такими зигзаговыми ножницами. А дальше все то же самое. Клеите скотч, наносите лак и снимаете скотч, не дожидаясь высыхания лака. Далее дополняем дизайн точками. На мизинцах немножко другой дизайн. Клеим всего один трафарет и закрашиваем половинку ногтя. Кистью рисуем линии. Дотсом добавляем точки. Фиксируем маникюр верхним покрытием и дизайн готов. Ну вот и все, получился какой-то такой вот ретро-дизайн, очень простой в исполнении. Спасибо, что были со мной. Всего вам хорошего. Увидимся, услышимся в новых видео. Пока!